Сочинцы уже хорошо знакомы с этими изделиями из трикотажа. Они выполнены рукодельцами студии «Акварель», руководит которой модельер Наталья Чуева. Небольшой коллектив работает с большим желанием сделать облик каждой женщины неповторимым. В нашей студии работают мастера очень высокого класса, которые получили образование еще в Советском Союзе. Сейчас они научили своих детей. И мы сделали уникальное предприятие. Когда в каждую модель вкладывается частица души дизайнера, да плюс качественный материал, а студия «Акварель» работает только с российскими производителями пряжи, тогда и получается эксклюзивная работа. В нашем городе даже ждут, когда новороссийцы приедут на очередную выставку. Интересуются, примеряют и делают очередную покупку. Авторская работа эксклюзивная, натуральные материалы, прекрасный дизайн, вкус мастера. Вязаные платья-пальто, кардиганы, пончо-куртки – выбор огромный и разнообразный. Трикотажная студия «Акварель» Натальи Чуевой хорошо известна тем, что изготавливает качественные полушерстяные изделия. Они вне всякой конкуренции. И жители нашего города, и курортники стремятся выбрать отечественный эксклюзивный текстиль, который украшен теперь и мехом. Трикотаж с мехом – это очень интересное сочетание. Это натуральное сочетание, то есть и мех натуральный продукт, мы только натуральные меха используем, и натуральная шерсть, поэтому женщины очень довольны. Привлекает необычность, яркость и замечательная посадка по фигуре, причем любого размера. Многие женщины любят классику, и тут тоже есть на что обратить внимание. Представлена базовая коллекция однотонных изделий. Их можно разнообразить, украшая различными аксессуарами, будь то платки, палантины или шарфы. Много новинок. Стильные авторские работы Натальи Чуевой на выставке «Золото летней столицы» в павильонах Умурпорта до 12 августа. Елена Овсецина, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.